стоматолог, врач-ортопед, владелец собственной практики в Санкт-Петербурге. Хотел бы поделиться с вами использованием имплантатов Relax в своей повседневной практике. Ну и рассказать про один кейс, который достаточно рутинный у нас и выполняется практически каждый день. Значит, здесь мы вернули установку 4 имплантатов на нижнюю челюсть. Исходная ситуация. К нам обратилась пациентка 72 года. Значит, полная эстетическая несостоятельность, но пациентка в целом все устраивала до того момента, пока у нее бигельный протез держался. Он стабилизировался у нее в жевательном отделе за один всего-навсего зуб. Вот здесь вот. Но когда зуб был утрачен, ввиду, я думаю, что функционального перегруза, протез начал сильно балансировать, и пациентка к нам пришла с жалобой на то, что она не может кушать и, в общем-то, улыбаться и нормально жить. Значит, здесь мы видим многочисленные разрушения зубов, зубы покрыты коронками. Здесь стабилизационное кольцо от бигельного протеза, которое она носить, естественно, не может. На рентгенологическом снимке мы увидели многочисленные очаги периапикальные, пародонтоз функциональный, который, собственно говоря, в общем, в результате обсуждения мы приняли решение удалить все зубы на нижней челюсти и провести имплантацию одномоментную с немедленной нагрузкой. Произвели разрез вдоль вершины альвеолярного гребня. Я провожу разрез, отступив от ментального отверстия примерно на 1 см в каждую сторону, для того, чтобы не делать поперечный разрез при отслойке во фронтальном отделе, так как здесь располагается уздечка, и это может создавать раздражение слизистой, ну и быть не очень приятным в плане заживления. Поэтому разрез делается с двух сторон и сдвигается в одну и во вторую сторону. Таким образом, мы не нарушаем кровоснабжение во фронтальном отделе и хорошо для себя визуализируем альвеолярный гребень. После наброски лоскута мы видим многочисленные костные пики, заострения и так далее. Соответственно, нам нужно провести редукцию альвеолярного гребня, выровнять альвеолярный гребень для того, чтобы у нас была понятная промывная зона от ортопедической конструкции. Она должна быть ровной, для того, чтобы пациент быстрее адаптировался к конструкции и, в принципе, обеспечивать нормальную гигиену под протезом. Редукцию альвеолярного гребня я провожу, проведя прямую линию между двумя установленными, предполагаемыми установленными имплантатами в боковом отделе, под шейки отступив. В принципе, этого достаточно для того, чтобы вся плоскость протеза у нас была ровной и хорошо ощущалась пациенту. Редукцию альвеолярного гребня, вот сегодня вам рассказывали, можно проводить по-разному. Да, можно проводить костными кусачками, можно проводить наконечником. Я провожу пьезохирургическим ножом. Ну, во-первых, это безопасно. Пьезохирургический нож не может повредить никакие анатомические ориентиры. Ну, я имею в виду сосуды какие-то крупные и так далее, если работать им правильно и аккуратно. Во-вторых, сохраняется большое количество блоков костных, которые я в дальнейшем использую для реконструкции альвеолярного гребня при имплантации, если это требуется. Бывает такое, что при установке имплантата недостаточно стабилизации, либо может отломиться кортикальный слой при удалении зубов. И этот графт бесплатный, который мы получаем от пациента, мы можем использовать, не обременяя пациента дополнительными финансовыми расходами. Устанавливаем боковой имплантат. Ангуляция имплантата зависит от расположения ментального отверстия на нижней челюсти и от расположения гаммеровых пазух на верхней челюсти. Соответственно, чем меньше ангуляция, тем лучше, но в любом случае это компромиссное решение. То есть ангуляцию вы проводите в случае, если увеличиваете ангуляцию, в случае, если ментальное отверстие располагается достаточно близко, над ним есть
большой объем костной ткани. Соответственно, для того, чтобы сориентироваться правильно и выбрать ортопедическую субструктуру, вы можете использовать помощники, вот такие, как шаблон Мало, сегодня уже было об этом сказано. Вот. Можете использовать при сверлении, и при сверлении надевается такой тоже метчик, который позволяет вам увидеть компенсаторный угол и, собственно говоря, правильно выбрать субструктуру. Можно использовать и хирургический протокол, именно цифровой, когда когда ставится хирургический шаблон, и уже в программе моделируются все направления. Теперь про имплантат. Имплантат Reliance Reaction представлен в двух платформах. У меня в клинике в основном устанавливаются имплантаты Hi-Tech, но и Reliance. Имплантат Reliance находится в самом экономически выгодном решении для наших пациентов. И при помощи этих трех систем мы можем делать три предложения. Значит, на самом высоком уровне с имплантатами Нобель, средний ценовой диапазон и бюджетный, но без потери качества. Плюс все суперструктуры между системами сочетаются. То есть и трансферы, формирователи десны, аналоги, они между собой схожи, что в принципе в наше время, когда могут быть какие-то нарушения с поставками, позволяет решать ортопедические задачи. Узкая платформа представлена имплантатами 3 и 3,5 мм, стандартная 4, 3 и 5. Также имплантанты Reaction, как и имплантанты Mobile, и как имплантанты Hi-Tech, имеют достаточно высокие длины, достаточно большую длину, что позволяет стабилизировать их транссинусально, находить костные структуры, в которых можно застабилизировать имплантат дополнительно, но сегодня я не успею вам про это сказать. Линейка имплантатов. Также в линейке для кости D3, D4, для специалистов, которые не уверены в том, что они застабилизируют, особенно в протоколе цифровом, когда вы используете хирургический шаблон, на мой взгляд, целесообразно использовать имплантаты более агрессивные, потому что они точно обеспечат вас необходимой стабилизацией и положением в шейке имплантата на том уровне, на котором вы хотите. То есть менее агрессивные имплантаты могут не застабилизироваться, не дать нужный торг, и вы не сможете нагрузить эти имплантаты. Также линейка имплантатов. Дальше, чтобы компенсировать угол имплантата, мы устанавливаем суперструктуру, она называется мультиюнит. Они бывают 45, 30-градусные, прямые и 17-градусные. Имплантаты являются достаточно стандартными, они представлены не только в этой системе, и на сегодняшний день, в принципе, мультиюниты позволяют объединить несколько систем в единый интерфейс. То есть, допустим, если к вам приходит пациент, у него установлены уже другие имплантаты, вы хотите дополнить и перевести конструкцию в тотальную на имплантатах, вы можете установить мультиюниты и уже, как говорится, не заморачиваться с аналогами, чтобы техник не запутался, и работать уже с уровнем десны, что является более благоприятным компонентом для вот таких решений. Здесь представлены высоты. Выбираете уже от высоты, которая у вас предполагаемо будет находиться протетика, от толщины слизистой. Собственно говоря, я работаю в основном двух, максимум трех миллиметровыми имплантатами. Для меня погружение в слизистую такого мультиюнита является оптимальным и в целом решает все задачи эстетические, в том числе с обнажением десны. Стойте, пожалуйста, тише. Вот интересный инструмент. Сегодня уже много было рассказано просто на предыдущее по Ball&Fo. Значит, замечательный инструмент – это Bone Profiler. Основная проблема при установке, когда, допустим, работает исключительно хирург при установке имплантатов, это недосадка мультиюнита. То есть при сверлении имплантат заглубляется, и супраструктуры могут сесть неплотно. Сейчас покажу на слайде. Вот мы устанавливаем мультиюнит, и вот видите, он может у нас упереться в какой-то источник, и если
ну, вовремя не проведен рентген-контроль, либо нет такой возможности, то когда ортопед отснимет оттиск, через, допустим, на следующий день пациент придет, и вы ему будете устанавливать ортопедическую конструкцию, то мультиюниты могут качаться, и это, собственно говоря, приведет к тому, что вам придется дотянуть и переделывать ортопедическую конструкцию. Будет затрачено время и усилия, поэтому... Вот эти бон-профайлеры, они одеваются на направляющий штифт, который похож на формирователь десны, они также калибруются по цвету платформы, то есть желтый – это широкая, 4.3, 5.3, а фиолетовая – это 3.0 и 3.5. Бон-профайлер становится прямо на формирователь десны и убирает все лишние костные пики, которые могут этому препятствовать. До этого, когда у меня не было бон-профайлера, я использовал боры, всевозможные наконечники, но это всегда чревато тем, что вы можете ударить по шейке имплантата, повредить платформу имплантата, и это тоже приведет к его утрате, и придется его переустанавливать. Вот это безопасное решение, которое в целом, ну, конечно же, не исключает рентгенологического контроля, но позволяет достаточно комфортно и безопасно для установленного имплантата убрать все мешающие факторы. Вот так вот он работает. Здесь внутри находится по форме вот как синий направляющий штифт. Он такой же по диаметру. И путем вращения убирается все аккуратно и достаточно статично. Все просто. Значит, устанавливаем имплантат с противоположной стороны. Можно использовать интуитивный протокол, если у вас есть достаточно большой опыт. Также, вот я показывал, можете использовать помощники. Почему мы устанавливаем сначала боковые имплантаты, а потом центральные? При анатомически ориентированной нижней челюсти, ну, например, ментальные отверстия, могут располагаться сильно на разном расстоянии. Поэтому при установке двух боковых имплантатов вы потом центральными сможете распределить расстояние и распределить нагрузку ортопедической конструкции. То есть, видите, здесь установлены два боковых, и вы установите центральными. Если бы вы установили сначала два центральных имплантата и начали бы устанавливать боковые, то какое-то смещение имплантата вперед-назад не дало бы вам возможность сделать конструкцию максимально симметричной, а это улучшает адаптацию к ортопедической конструкции. Гидрофильность имплантата проверяется, в принципе, вот таким вот простым тестом. Имплантат устанавливается в ломку с кровью, и кровь начинает подниматься по виткам имплантата. Это говорит о том, что качество поверхности имплантата соответствует международным стандартам. Поверхность имплантата SLA, то есть имплантат проходит сначала плоскоструйную обработку, потом кислотную, что вот эта дополнительная микрошероховатость имплантата увеличивает площадь поверхности самого имплантата и обеспечивает лучшую фиксацию кровяного сгустка на поверхности имплантата, что обеспечивает потом уже в дальнейшем лучшую остеоинтеграцию. Вот так вот имплантат выглядит на микроскопе. Обратите внимание, микроячейки, в которых уже будут располагаться клетки крови, которые в дальнейшем будут усиливать остеогенез. Устанавливаем второй центральный имплантат, распределяя это расстояние. То же самое. Для проверки параллельности установленных имплантатов в каждом мультиюните есть колпачок, который снимается простым с движением в сторону. Очень комфортно. Вы видите, как у вас установлены мультиюниты. Сможете оценить параллельность установленных боковых, насколько компенсирован угол боковых имплантатов. Вот. Во фронтальном отделе в основном по протоколу МАЛО имплантанты желательно устанавливать с прямыми мультиюнитами. Ангуляция допустима. Нет, она допустима и во фронтальном отделе, но при возможности ее лучше избегать. Вот так мы выглядим. У нас уже после редукции альвеолярный гребень. Он достаточно ровный, понятной формы. Распределено расстояние между имплантатами. Нам нравится. Мы двигаемся по шву.
я прошу. Значит, сами устанавливаем, извините, забыл. Значит, после того, как мы установили мультивинт, мы устанавливаем заживляющие колпачки. Заживляющие колпачки здесь представлены несколькими размерами. Более длинные, более короткие и сужающиеся к основанию. Сужающиеся к основанию заживляющие колпачки выручают в той ситуации, если проведена редукция альвеолярного гребня и слизистая порусит, то есть так называемый эффект гиперподвижной слизистой. Есть различные тактики, при которых можно зафиксировать слизистую. Это внутрикостный шов и работа с мягкими тканями. Я в 90% случаев справляюсь, установив вот этот вот колпачок. При установке он хорошо стабилизирует ткани под собой. И дальше, в принципе, вы можете либо как-то дополнительно подшить. Ну, в большинстве случаев, в принципе, на следующий день уже слизистая фиксируется достаточно неплохо. И при примерке вы можете уже об этом не волноваться. Высокие заживляющие колпачки нужны при достаточно толстом биотипе, но плюс еще я их использую для определения прикуса центрального соотношения. Я сейчас дальше покажу. Для фиксации центрального соотношения я использую прикусной шаблон на жестком базисе, который я одеваю прямо поверх колпачков. То есть на следующий день, когда пациент приходит, мы определяем все параметры челюсти. И вот эти колпачки достаточно комфортно позволяют это сделать. Установлены колпачки. Дальше происходит ушивание. Значит, слизистую мы фиксируем сначала по сторонам. То есть ушивание идет не от фронтального отдела, а от боковых. То есть для того, чтобы вы понимали натяжение и распределение лоскута. Особенно это важно, когда вы удаляли большое количество зубов. Вам нужно сконцентрировать большое количество кератинизированной десны как раз возле опорных элементов ваших имплантатов. Дальше центральный. Рентген-контроль. Значит, на рентген-контроле мы определяем качество посадки ортопедических компонентов, расположение имплантатов. Здесь нас все устраивает, мы двигаемся дальше. Делаем трансфер-чек. Есть разные способы, опять же, то есть можно делать лабораторные, можно делать клинические. Здесь мы делаем достаточно такой распространенный трансфер-чек. Делаем обмотку пластмассы, делаем обмотку флоссом и заливаем эту пластмассу. Дальше распиливаем, соединяем еще раз между собой и устанавливаем флешки. При снятии оттисков на операционной ране мы до этого использовали в клинике разные там протоколы изоляции слизистого шва вот здесь, для того, чтобы коллегирующая масса у нас никуда не попала. Вот. Но в результате большой работы мы пришли к такому протоколу, что мы просто не используем коррегирующую массу в своей практике. У нас не требуется. Архитектура слизистой снимается достаточно неплохо. Она все равно будет сильно ремоделироваться под временную ортопедическую конструкцию. И вообще проблема решена в большинстве случаев. То есть мы не получаем никаких воспалительных процессов. И таких проблем, чтобы у нас оставалась силиконовая масса внутри заживающей раны. Слева к верхней челюсти. Вот определение прикуса. Прикус мы определяем при помощи воскового шаблона. Внутри него находится жесткий базис. Он щелчком садится на поверхность заживляющих колпачков. И вот как раз, когда биотип слизистый достаточно толстый, вы можете использовать более высокие заживляющие колпачки. То есть как это делается? Вы сняли оттиск, комплектуете технику работы таким образом, что вы берете 4 аналога, отправляете рабочие оттиски и в работу ему кладете 4 заживляющих колпачка. Техник после отливки модели устанавливает заживляющие колпачки на аналоге, делает прикусной шаблон, проверяет его фиксацию и отправляет вам. Дальше вы уже по стандартному протоколу работы со скорым шаблоном проводите все необходимые занятия.
центральной линии и горизонта и так далее. Армирую я протезы при помощи сварки импульсной на модели прямо в клинике. Ну так уж сложилось, армировать можно по-разному, использовать литье, есть ТРБ-армирование, но импульсная сварка может использоваться как во внутривенотовом протоколе, это лего-бридж, когда балка уже в распиленном варианте приходит в клинику и устанавливается в полстарта прям в момент операции. Вот. Мы пришли вот к такому решению, что на следующий день, когда к нам приходит рабочая модель, мы определяем прикус, и сразу же на рабочей модели я провожу армирование после определения прикуса для того, чтобы понять, с какой с внутренней или с внешней стороны мне фиксировать проволоку к титану. Здесь все из титана, поэтому, в принципе, никаких дополнительных металлов не используется в этом области. Ну, дисколорит очевидный, да, но пациентка в дальнейшем планирует менять конструкцию и на верхней челюсти, пока что просто ей удобно на ней живот. Повторюсь, рассказываю, что она обратилась к нам по поводу того, что, в принципе, она не может принимать нормальную пищу, ее даже особо эстетический компонент не беспокоил. В данном случае мы решили сразу двигаться в направлении улучшения цвета зубов и задали тон, в дальнейшем ее ждем там в клинику на замену конструкции на верхней челюсти. Это примерка уже восковой композиции, на которой мы проверяем прикус, расположение центральной линии, ну и вообще соотношение, насколько правильно у нас были проведены манипуляции по определению прикуса. Вот так вот выглядит готовая конструкция. Протез должен быть отполирован с внутренней стороны. Он должен иметь ровную, понятную форму. Для этого мы проводим редукцию альвеолярного движения. Это позволяет, но не на первых этапах постоперационных, а где-то через месяц пациенту комфортно пользоваться ирригатором, средствами гигиены. И, в общем-то, это обеспечивает достаточно комфортную интеграцию имплантатов и, самое главное, адаптацию пациентов. Край протеза внутри понятной формы, если бы он имел какие-то несимметричные расположения, да, имплантатов там и так далее, то в целом это, ну, по моей практике было такое, что это вызывает дискомфорт при адаптации. Даже изменение немножко уровня альвеолярного гребня приводит пациентов к беспокойству, и они говорят, что им неудобно. Конструкция установлена в полости рта. Здесь видны шахты, прикрученные конструкции. Можно делать и жидко-текучего композита, то есть, в принципе, в данном случае мы пациенту назначали на снятие швов, поэтому здесь вот мы в основном используем розовый материал для того, чтобы это было наиболее эстетично. Вот пациентка к нам пришла на снятие швов. Через 2 недели мы сняли ортопедическую конструкцию. Вот такая картина. В целом заживление протекает неплохо. Жалоб никаких нет. Сняли швы. Вот так вот выглядит конструкция после снятия. И вот так вот выглядит уже готовая ортопедическая конструкция, полости рта. В общем-то, она стала развиться. Дальше проверка посадки, ортопедическая конструкция на рентген. И мы отпускаем пациента на дальнейшее заживление. На нижней челюсти я провожу проверку стабильности имплантатов где-то через 2 месяца, на верхней челюсти через. В зависимости от определенных факторов, ну, например, там, мягкости кости и так далее, мы можем эти сроки увеличивать, но в целом не меньше этих сроков мы должны работать.